Все мы знаем с детства, что пальцы в розетку совать не стоит. Хоть казалось бы, что это давно известные и понятные вещи, однако напомнить о правилах безопасности никогда не будет лишним. В настоящее время сегодня нами проводится комплексное профилактическое мероприятие на территории городского поселения Зеленоградский, направленное на обеспечение пожарной безопасности. Сотрудники служб спасения проводят такие мероприятия, чтобы напомнить жителям, что необходимо быть аккуратнее с легко воспламеняющимися предметами и с электрическими приборами. Хоть и далеко не во все квартиры удалось попасть, однако листовки с правилами безопасности были оставлены либо в почтовых ящиках, либо в дверях. Несколько десятков листовок для, как сказать, передачи другим жильцам. Также. А как? С ними проведете маленький инструктаж, там, объясните, что или электрическими приборами нельзя пользоваться, неисправными там, и так далее. Во всех подъездах. Да, во всех подъездах, если вам не сложно. Иногда и сами жильцы принимают активное участие в информировании сотрудников служб спасения об возможной опасности. Жители, которые живут многоквартирных домах или в частном секторе на нескольких хозяев, тоже обращаются к нам, когда чувствуют, что соседи не соблюдают правила пожарной безопасности. И тогда представители администрации и пожарной службы выезжаем, проводим разъяснения, даем указания по замене. Даются указания специальных служб по замене электропроводки, то есть по устранению причин пожаров в нашем поселении. Если сравнивать количество пожаров в прошлом году и в этом, то на сегодняшний день их число уменьшилось на 11 единиц. Возгорания порой случаются, это неизбежно, но в целом обстановка благополучная на территории городского поселения Зеленоградский.